Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик. С собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Слушай, ты не смейся только. Я в городе видел кое-что странное. Ну, типа, рисунки на стенах, но только не настоящие. Ага. Ну, бывает, Кироша глючит. Давай гляну. Не-не, это не глюк. Рисунки слишком сложные. Они типа как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объемом данных, вот и глючит. Либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-нибудь сделать? Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа. Вампиры!
Мариной. О, боже. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил ее из задницы. Я ушла буквально на час. С ней надо что-то делать. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесешь ее на кровать? Ну да, это, конечно, многое изменит. Да, у нас тут смерть от несчастного случая. Нортсайд, Джексон-стрит. Нет. Опасности нет. Это самоубийство. Отца. Нет. Сегодня. Она умерла, вы не понимаете? Нет. Травма Тим не констатировала ее смерть. Если бы у нее была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете. Скоро приедут. Предложили подержать ее во льду до завтра. Представляешь уровень наглости? Это Найт-Сити, детка. Здесь отношения к тебе определяют по месту жительства. Не надо было сюда приезжать. Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело. Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь. Пожалуйста. Есть сигареты? Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Ви. Ладно, бери. Это был ее портсигар. Она курила какую-то странную элитную марку. В этом вся Эва. Она любила продумывать каждый свой образ до последней мелочи. А много было людей, которые знали Эвелин по-настоящему? Нет. Никого. Черт, Эва. Это я виноват. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Не понимаю, как так вышло. Я думал, Эвелин будет бороться до конца. Ты помнишь, что с ней делали? Мне кажется, она как раз боролась. Я больше ни о чем не могу думать. Только об этом. Технически с ней все было нормально. Кукольный чип работал. Значит, была какая-то еще психологическая травма. Я еще покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал.
То есть он не просто хитрожопая мразь, а еще и моральный урод. Выглядел нормальным. Он хорошо маскируется. Я ведь его знала. А тоже не думала, что он настолько отмороженный. И с этим пора что-то делать. Например? Пока не знаю. Позвоню Сьюзи. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Если что случится, я всегда на связи. Когда следующая поставка? Это что? Где нормальные креветки? А вы чего хотите? Мы в Кабуке, а не в Норд-Волке. Много вы, кочевники, про Кабуки знаете. Привет. Без ну, идите туда. Роботизатор для завтра. 15% скинешь, возьму. Эти люди называют кочевников грабителями. Ладно, ладно. Слушай, вали в свою дыру! Спасибо.
Эй, не разменяешь мне сотню по 50? Привет, солнышко. Я подарю тебе то, чего не даст ни один. Ты позволишь? Я готова. А ты? Здорово. Тебя мама прислала? Ты здесь впервые? Рот закрой, ворона залетит. Подожди, мы же не закончили. Чего тебе нужно? Как дела? Жизнь полна разочарований. Мы? На. Твой товар-то? Или где позаимствовал? А тебе не похуй? Я из Бакеров. О, двое кочевников встретились на улицах Найт-Сити. Мне нужна помощь. Я ищу эту даму. Знаешь ее? Она коп. Конечно, знаю. Она снимает номер в этом отеле. Тебе вон туда. Супер. Спасибо. Да не за что. Потерялся? Я готов. Шагу! Кто меня заказал? Имя! Имя говори!
Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Билл Адамс и Роберт Ковальский. Вот уроды. Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город. Что будешь делать дальше, Анна? А тебе какая печаль. Я тебе кто, подружка? Дело я брошу. Чего тебе еще надо было? Уебывай, тварь продажная. Думаю, больше говорить не о чем. Что мне сказать? Да у тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось. Заказ закрыт. Руки прочь! Я готова. А ты? Как дело идет? Я подыскиваю себе новое оружие. Есть что-нибудь хорошее? А то. Полные ящики хорошего.
заразы, как псу! Да попустись ты, зато платят нормально. А что, кроме них в Найт-Сити богачей нет? Ну не нравится, выскажи это Патриции. Вот ты умный. Может, ты сразу... Ну что, пора вставать. Что происходит? Охрана! Они далеко, нас никто не услышит. Только давай не будем делать глупостей, окей? Мы просто монтируем и продаем. Сами не снимаем, богом клянусь. Брейн сделаем... с чернухой. Убийство сына пастора. Знаете про такой? Которого пастора? Мы получили свежую партию с мальчиками. Про родителей там ничего не сказано. Нужны подробности. Брайс Стоун. Пастор с 54-го канала. Сыну на момент смерти было 12. Бобби Стоун. Черный, белый, латинос. Особые приметы. Способ убийства. Пап, я, кажется, понял, что ему надо. Номер 9430. Будь любезен выдать долбанную запись. Быстро. Ладно, чего психовать-то?
Забирай уже! Фредди! Сэр, запись прямо за нами на полке. Номер 9430. Вот она. Вот запись. Забирай уже. Мы никому не скажем, кто ты тут был. Клянусь. Надеюсь, теперь найдут мудака, который снимал весь этот кошмар. Заказ закрыт. Кричал кто-то так жутко.
Эй, все в порядке? Полюбуйся, Ви, это твое будущее. Итог любого нетранера. Корпоративный лед, выжженные мозги. Финита. Он вроде еще дышит. Пара секунд. Погоди, я не... Проснись. Дай мне минутку. Не знаю, давно ли я тут, но... Как говорят американцы, уже подыхаю с голоду. Я тут заглянул в твои сообщения. Похоже, Spectral Kid был прав. Ну, короче, я все-таки застрял. А он ведь, если узнает, просто плешь мне проезд. Ты поэтому не стал просить его о помощи? Самолюбие не позволило? При чем тут самолюбие? Я застрял в подсети, только до лампочек и смог дотянуться. Тебе, наверное, интересно, кто меня прислал. Вакако. Ловкая старушка. Всегда находит повод затащить меня поужинать. Заходи ко мне как-нибудь. Покажу тебе пару нетранерских штучек. Ты мне? Разве не я тебя спас? Мы постоянно учимся на ошибках. Но не обязательно учиться на своих. Спасибо, я подумаю.
Мне рассказали, как все прошло. Хорошая работа. Именно этого я от тебя и ждала. Закрываю заказ со спокойной душой. От тебя воняет.